Light Sound спасет мир. Братьев Корякиных на съемках клипа записали в отряд МЧС. Советы бывалых. Анастасия Винникова о своем опыте участия в Евровидении. Из победителей в ведущие. Предстоящее шоу в Баку будет вести певец Эльдар. Добрый вечер. Весна уже не только на календаре, но и во дворе. А в конце этой весны главное музыкальное событие года – конкурс Евровидения в Баку. Где 24 мая во втором полуфинале на сцену выйдет и наша группа Light Sound. А в ближайшее время на европейских музыкальных телеканалах появится клип на песню We Are The Heroes, который снимался на закрытом полигоне МЧС под Минском. Как это было, вы увидите прямо сейчас. 80 километров от Минска. Это на часах уже 2 часа ночи, а на календаре пятница 13-е. Чем не антураж для конца света? Именно он и будет происходить в новом клипе группы Light Sound. Когда синоптики спрогнозировали штормовое предупреждение, график съемок клипа сжали почти вдвое. Решено работать круглые сутки. Мы приехали на полигон МЧС поздней ночью. Шел уже 12-й час кропотливой работы над каждым кадром. Вообще тематика клипа, она в точности соответствует тематике песни. То есть у нас в соответствии с тем, что поется в песне, каждый человек герой на своем месте. И, в общем-то, все люди вместе могут спасти планету. Идея клипа – благородное спасение мира. А главная его особенность в том, что режиссерами выступят сами Дмитрий и Владимир Корякины. Они же сыграют и спасателей, тех людей, чей долг – помогать людям в критических ситуациях. У нас в клипе происходит вообще такой конец света, который в итоге нам удается предотвратить всем людям вместе. И здесь мы наблюдаем падение самолета. Много масштабных съемок, много красивых подвигов от наших белорусских МЧС. Для начала в клипе будет терпеть крушение лайнер, потом вообще наступит конец света. Взрывы заводов, крушение поездов и метеоритный дождь. Вряд ли этот самолет хоть когда-нибудь сможет летать. Здесь не работает ни штурвал, ни другие приборы. Хотя, в принципе, для одной из сцен в клипе группы Light Sound он вполне сойдет. Именно эта воздушная посудина терпит крушение на высоте 10 тысяч метров над землей. Так как в реальности спасать никого не приходилось, сотрудники МЧС снимали клип и для себя. А самолет с лайтсаундами крутился на вертеле, то в одну, то в другую сторону, чтобы придать реальности ситуации. Кстати, это уникальный в своем роде тренировочный лагерь для экипажей Ту-154, как раз из-за высокой поворотливости лайнера. Ну, мы же понимаем, что производство клипа – это весьма долгий по времени процесс, но вот несколько часов было отведено на съемки на этом тренажере, вот несколько часов снимали, впереди съемки уже на... Клип «Катастрофа» не обошелся без прекрасной девушки. Это солистка группы «Лас-Вегас» Илона Ланина. Ее и спасает в финале клипа команда МЧСников Light Sound'ов. Артисты убеждены, спасение человечества – дело рук каждого, и не обязательно лишь ради жгучей брюнетки. На своем рабочем месте героические поступки совершает. Если мы все вместе будем героические поступки совершать, то мы спасем человечество от неминуемой катастрофы, которая будет, если мы отвернемся друг от друга и не будем вместе это делать. Параллельно группа работает над номером выступления на Евровидении. Его традиционно держат в тайне. Известно лишь, что с артистами сотрудничают маститые московские постановщики. А сам номер широкой публике покажут уже из солнечного Баку. Что же касается клипа, видеоверсию We Are The Heroes мы увидим в конце апреля. А теперь Анастасия Винникова. Человек, который передает эстафетную палочку группе Light Sound. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день. Спасибо, что нашли время. Очень приятно. Вам спасибо за приглашение. Пройдемте. Какой совет вы бы могли дать нашим нынешним участникам группы Light Sound? Ну, прежде всего, вопросов было очень много, и было много провокационных вопросов. Которые журналисты там задавали. Которые журналисты задавали, да. Например, вот один из таких провокационных вопросов – это как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией? Как вы к ним относитесь? Замечательно к ним отношусь. На самом деле там на пресс-конференциях на Евровидении задают очень мало вопросов о музыке и больше каких-то личных вопросов и не всегда удобных. Почему-то? Действительно, очень редко задают вопросы, касающиеся музыки. Если спрашивают что-то о музыке, то в основном смотрели или слушали вы других исполнителей, за кого болеете. Вот. Но, как правило, это более провокационные вопросы, не имеющие ничего общего с творчеством. Вот как раз мы сейчас наблюдаем ваше выступление. Какие эмоции испытывает артист, выходящий на сцену Евровидения? В
сцена была небольшая, и я очень обрадовалась. Я чувствовала себя очень комфортно, несмотря на то, что сама арена была очень большая, 39 тысяч, 120 миллионов смотрело, не считая Новой Зеландии и Австралии. Но сама сцена была небольшая, поэтому очень комфортно и уютно я чувствовала себя. Первые ряды. Можно ли запомнить выражение лиц зрителей? Вообще, он же смотрит артиста там в зал. Там ничего не видно, потому что у нас были фейерверки, фаи, огонь, и поэтому ничего не видно абсолютно было. Просто только флаги иногда, а так это все было 3 минуты, как 1 секунда. Что дало Евровидение для вашей карьеры? Для меня это старт, это начало моей карьеры. Это здоровское начало карьеры. Спасибо, я тоже так считаю. В этом году на Еврофест 2012 вы снова подавали заявку и дошли до полуфинала. То есть вошли в топ-15 из 117 артистов. В общем, стабильность – признак мастерства. Я соглашусь с исполнителями, которые утверждают, что Евровидение – это как наркотик, и все время хочется возвращаться. Я не исключение, и это доказательство тому, что я участвовала в этом Еврофесте. Действительно, побывав там, и у меня появился опыт, я поняла, что нужно европейцам. В данный момент мне показалось, что европейцы хотят просто расслабиться, и они не хотят о чем-то там думать, о чем-то. Они просто хотят релаксировать под песню. Алена Ланская рассказала нам, что будет записывать новый альбом в Лондоне, и как раз там будет смотреть трансляции из Баку. А вы? А я буду смотреть со своими друзьями в Дзержинске. Тоже достойно. Спасибо огромное. У нас в гостях была Анастасия Винникова, представительница Беларуси на Евровидении 2011. А сейчас мы посмотрим, чем занимаются участники этого года. Литовский певец Донатас Монтвидас объяснил, почему на Евровидении выступит под псевдонимом Донни Монтол. Порекомендовали пиарщики. Чем меньше букв, тем проще запомнить. До этого литовец еще как Донатас Монтвидас принимал участие в фестивалях «Славянский базар» и «Новая волна». Его песня «Love is blind» – «Любовь слепа» – про кризис в отношениях влюбленных, который может наступить со временем. На Мальте в поддержку своих артистов организовали флешмоб. На площади Святого Георгия в Валетте несколько тысяч человек исполняли всеобщий танец на песню Курта Калейи «This is the night». Курт надеется, что после полуфинала в Баку эти незатейливые движения выучит вся Европа. Организаторы Евровидения объявили, кто будет вести конкурс. Одного из этих людей вы точно знаете. Итак, ведущими станут победитель Евровидения 2011 певец Эльдар Касумов и две девушки. Лицо телеканала ITV Лейла Алиева и специалист по работе с прессой Наргиз Бирк-Петерсон. Строительство Баку Кристал Холл также объявлено завершенным. Его вместимость составит 25 тысяч зрителей. В зале установлены 80 тысяч светодиодов, более 2500 проекторов. Впервые в Европе именно в Баку Кристал Холл будут использованы мобильные движущиеся системы освещения. На арене для конкурса Евровидения в дальнейшем будут проводиться другие грандиозные концерты. Беларусь участвует во взрослом Евровидении уже 8 лет. И за это время на конкурсах «За кадром» произошло немало забавных и курьезных случаев, которыми можно поделиться с вами. В 2007-м на одной из репетиций едва не случилось ЧП. По бокам декорации номера Дмитрия Колдуна были встроены пиротехнические патроны для выстрела на последнем аккорде. Финские техники в спешке поставили эти ширмы наоборот. И выстрелить они могли одна в другую, буквально в метре от Димы и его танцоров. Пожара избежать бы не удалось. Но специалист по пиротехнике, который должен был нажимать на кнопку, за несколько секунд до трагического финала обратил внимание на неправильную установку декораций. И, естественно, стрелять не стал. А что же еще такого курьезного, остренького произошло за кадром на Евровидении? Мы спросили у членов белорусской делегации. Открывает наш рейтинг казусных евроисторий 1967 год. Он запомнился ведущей телепатом, которая еще до подсчета голосов объявила победителя. Любопытно, что и по результатам голосования жюри Великобритания тоже вышла в фавориты. Лучший результат Беларуси на Евровидении – это 5-е место Димы Колдуна. Исполнительный продюсер Еврофеста говорит, никогда не забудет ночь перед финалом в Хельсинки. Проснулись часа в 4 утра от пронзительного звука пожарной сирены, которая вопила на всю гостиницу. И это почему-то от этого почему-то включились также телевизоры, каким-то
сами собой образом, хотя они были выключены, на них тоже что-то мигал, какой-то алар. Все выбежали в коридор, что было выдвинуто кем-то предположение, что, наверное, это вот такие сильные артисты жили в этой гостинице, что конкуренты, которые жили в другой гостинице, решили устроить какую-то такую подлянку и что-то сделали с пожарной сигнализацией, что она вот так вот смешно стала срабатывать. В тот год Беларусь представил Руслан Алехно. Важную роль в продвижении брюнета сыграла промо-продукция. В особенности эксклюзивная коллекция трусов. И мы все пошли в гости к Филиппу Киркорову, который в тот год приехал вместе с делегацией Украины. Филиппу Киркорову подарили все. Так это боксеры, здрасте. Да, боксеры, стринги для женщин. Женские стринги есть тоже для госпожи Лорак. Мы тоже припасли. Она тут не живет. Зато здесь всегда живет любовь. Да? Да, любовь здесь больше не живет. Песня закончилась в прошлом году. Зефир, волшебный фонарик, зеркало, белье. Много всего. У Филиппа Киркорова в итоге был только один вопрос. Ребята, где промо-диск? Много забавного случается и в промо-турах. Поездки — это всегда весело. Хотя сегодня эксперты Евровидения двояко относятся к их результатам. Ведь 99 с лишним процентов зрителей выступления в этих промо-турах все равно не увидят. И будет судить об участнике непосредственно по самому Евровидению. У Лорди и Марии Шерифович и вовсе не было таких туров. И это не помешало им победить. В 2010-м Александр Рыбак приехал в Осло в ранге победителя года 09. И повел себя скандально по звездам. Очень сильно разозлился, потому что был плохо настроен звук, и рукой решил ударить стену. Стену он ударил и даже, по-моему, сломал дверь и заодно сломал себе руку. А в конце баллада от человека, которым восхищались в юности еще наши бабушки. В Великобританию представит легендарный певец Энгельберт Хампердинк. Обладатель всех наград в мировой музыке. На днях ему исполнится 76. Но британец по-прежнему в отличной форме. Ежедневно пробегает 2-3 километра и выпивает за обедом 200 граммов красного вина. Таков рецепт его долголетия. Счастливо. Heavy words I say. If you love someone, follow your heart, 'cause love comes once if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, the hurt will run deep. Only love can set you free.